Да, вот что бывает по неосмотрительности и по неосторожности. Потерять такую полезную вещь. Был бы у меня такой сундук-самолет, я бы в нем летал по всему миру и знал бы все-все-все на свете сказки. А не лопнул бы ты, мой дружок. Ладно, ладно, не буду жадничать. У меня и так их полным-полно. Вот сейчас расскажу вам сказочную историю, которую я услышал тут неподалеку, в соседнем саду. История называется Цветы маленькой иды. Бедные мои цветочки совсем завяли, сказала маленькая ида. Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки. От чего это? — спросила она студента, сидевшего на диване. Она очень любила этого студента. Он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезывать призабавные фигурки, сердечки с крошками-танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент. «Что же с ними?» — спросила она опять и показала ему свой завядший букет. «Знаешь что?» — сказал студент. «Цветы были сегодня ночью на балу. Вот и повесили теперь головки». «Да ведь цветы не танцуют!» — сказала маленькая Ида. «Танцуют!» — отвечал студент. По ночам, когда кругом темно и все мы спим, они так весело пляшут друг с другом, такие баллы задают просто чудо. А детям нельзя прийти к ним на бал. от чего же? сказал студент. Ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют. А где танцуют самые красивые цветы? спросила Ида. Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король, и где такой чудесный сад с цветами. Помнишь ли бедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы. «Я еще вчера была там с мамой», — сказала маленькая Ида. «Но на деревьях нет больших листьев, и во всем саду ни одного цветка. Куда они все девались? Их столько было летом». «Они все во дворце?» — сказал студент. «Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье. Вот бы тебе посмотреть. Две самые красивые розы садятся на трон. Это король с королевой. Красные петушьи гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются. Это камеры-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы и начинается бал. Полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине audiobook.us.